С начала этого года в Московском межрайонном следственном отделе регионального следственного комитета окончено производством 10 уголовных дел тяжкой и особо тяжкой категорий, в том числе убийства, тяжкие телесные повреждения, повлекшие по неосторожности смерть человека, изнасилование. В каждом из этих уголовных дел на первоначальной стадии и в ходе его расследования принимали участие криминалисты. Как я уже говорил, здесь не только касается фиксации следов преступлений на месте происшествия и их изъятия. Это и дальнейшее сопровождение, связанное с применением специальной криминалистической техники. Криминалисты применяют технику при исследовании средств мобильной связи, да, где следователи в дальнейшем, получив информацию от следователя криминалиста, анализируют полученные сведения и таким образом получает необходимую информацию для извлечения уже преступника, опровержения его алиби. Среди следователей Московского межрайонного отдела достаточно много молодых сотрудников, которым необходима помощь опытных следователей-криминалистов, которые, в свою очередь, выезжают на каждое место преступления. Наиболее важным документом по преступлению против личности является, на самом деле, осмотр места происшествия. Правильная, как я уже повторюсь, говорил, фиксация следов преступления, правильное изъятие и помощь криминалистов в обнаружении этих следов имеет определяющее дальнейшее значение уже для судьбы уголовного дела. Криминалистика в наши дни – один из важнейших инструментов установления истины. В современных условиях, когда уголовно наказуемые деяния приобретают наиболее изощренный и замаскированный облик, раскрыть преступление, добыть доказательства, изобличающие лицо о его совершении, становится зачастую непростой задачей. Именно в решении этой задачи одну из основных ролей играют следователи-криминалисты Следственного управления, Следственного комитета по Тверской области. Именно от их профессионализма, от их работоспособности зависит не только раскрытие преступления, но и результат предварительного следствия и рассмотрение уголовного дела в суде. 19 октября службе криминалистов России исполняется 65 лет. Патрульная служба присоединяется к поздравлениям специалистов, без которых не обходится раскрытие ни одного резонансного дела.